Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП, и, друзья, это у нас Black Russia. Ссылка на проект находится в описании к этому ролику, заходите, играйте вместе со мной. И, ребят, также в описании к этому ролику находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Ребята, я играю на серваке Orange, именно сейчас нахожусь, получается, на тестовом серваке, потому что на мой, ребята, сервак просто не зайти, там очень большая очередь, поэтому сегодня, ребята, я нахожусь на тестовом серваке. Играю я именно на серваке Orange, поэтому заходите туда. Именно, ребята, на Orange работает мой промокодик. В чате вводите очень простую команду, слэш промо, открывается окно. И здесь вводите очень простую команду, хэштег Дони, таким получается образом. Далее ввести. Ребята, после этого получаете плюшки для старта игры. Итак, ребята, сегодня со мной Чарли, а также Женя. И сегодня, ребята, у нас битва рандома на Black Russia. Ребята, это такое шоу, где у нас есть 9 разных машин, вообще они полностью разные, есть суперкары, есть гиперкары, есть внедорожники, друзья. И сегодня мы проведем 3 разных испытания, такие как спринт-гонка, кольцевая трасса, а также дерби. Ставьте лайки, друзья, потому что это будет очень прикольное и веселое шоу. Собираем 1000 лайков, выходит новенькая серия по битве рандома. Итак, давайте мы сразу же выберем тачку для, я думаю, Жени. Да, давайте мы прямо сейчас сделаем первое испытание спринт-гонка и выберем тачку для Жени. Назови число от 1 до 9. Выпало число 2. Итак, Жене, ребята, достается вот эта машинка на спринт-гонку. Это Aston Martin. Окей, давайте теперь мы выберем тачку для Чарли для этого же испытания, для спринт-гонки. Поехали. Назови число от 1 до 8. Число 4. Итак, у нас число 4 получается. Это первая, вторая, третья, четвертая. Это Бугатти, елки-палки. Это Чарли. Это жестко. Это Бугатти, друзья, ёпарес это. И теперь осталось мне выбрать себе только машину, поехали. Назови число от 1 до 7. 3. Получается, первая это Rolls-Royce, вторая занята, получается, это вторая, и третья это Бэтмобиль, друзья, ёпарасоте. Aston Martin, Bugatti и Бэтмобиль на испытание спринт-гонка, друзья. Ну что же, поехали проведем это испытание. Итак, друзья, мы с ребятами уже готовы, мы едем до мотосалона, получается, он находится у нас вот здесь, вот, ребят. Карта загружается, получается, едем мы аж вот сюда, поэтому да, ребята. И да, ребята, еще кое-что, Чарли уже Жене есть свои тикток-аккаунты, они, ребята, записывают ролики в тикток, поэтому можете вот по их никнеймам в тиктоке поискать аккаунты и посмотреть их ролики в тиктоке, ребят, да, они как бы тоже крутые ребята. Ну, ребята, мы стартуем на счет 3, давайте мы напишем на 3 гудка. Я делаю 3 гудка, поехали, первый, второй, третий, гоу, друзья, мы стартуем и поехали. Aston Martin, Бэтмобиль и, друзья, Бугатти. Ой-ой-ой-ой-ой, занесло Aston Martin, он прям въехал в меня. Но, друзья, это как бы не страшно, потому что ЮПРСТ, понял, немножко меня занесло. Так, Бугатти пока вырывается вперед, друзья. Это не очень есть хорошо, потому что по-хорошему, ребята, я должен здесь заработать свои 2 балла. ЮПР, тихо-тихо-тихо, как так-то получилось? Меня аж это чуть не перевернуло, офигеть. Так, пока Бугатти впереди, но да, конечно, с Бугатти, друзья, сражаться будет непросто. А вот Aston Martin, ребята, я должен реально как-то постараться обойти. В принципе, это реально, поэтому, друзья, едем пока, проезжаем гонку. Ага, поехали, ребята, разными путями. Я тоже попытался как-то поехать по быстрым путем, в итоге я немножко правофляндил проезд, но в принципе, друзья, еще пока ничего не потеряно, пока мы едем, пока все в порядке, пока мы, ребята, выходим, обгоняем Aston Martin, дрифтовый капец. Так, по тормозам, по тормозам, по тормозам, здесь направо мы так вот поворачиваем. Ой, авария! Не-не, осторожненько, очень опасно, друзья. На самом деле, здесь реально разложиться очень просто, пока я иду второй. Да, у нас пока первый это Бугатти, ребята, идет, но очень, друзья, нужно постараться как-то Бугатти обогнать, потому что пока я второй, да, ребята, первый зарабатывает 2 балла, второй 1 балл, третий зарабатывает ничего. Но, друзья, очень и очень нужно постараться, чтобы обойти ребят и заработать свои 2 балла. Так, это кто такой? Это просто машина вроде как стоит. Так, а здесь, ребята, у нас вообще пути как бы расходятся, я перевернулся, на колеса встал и поехали дальше. Офигеть, у меня уже, ребята, машина дымится, ремонтировать как бы нельзя по-хорошему. Поэтому...
Пока, ребята, мы едем, это жесть. Так, все, ребята, пока просто топим тапку в пол. Немножко здесь какие-то такие небольшие подлаги есть. Подгружаются, поэтому небольшие подлаги есть, ребята. Но я просто лечу в сторону мотосалона, потому что я должен быть первым, друзья. Хотя Бугатти обойти реально очень тяжело. Поэтому, друзья, мы пока едем. Пока я иду вроде как вторым, но это, ребята, честно говоря, пока не точно. Потому что я Бугатти не вижу ни спереди, ни сзади, нигде. А вон Бугатти спереди идет, елки-палки, да-да-да. Бугатти там в итоге, друзья, у нас уже приехала первая. Елки-палки. Ну да, это как бы было, ну, не то чтобы очевидно, но, друзья, с Бугатти реально гонка была непростая. К тому же, как бы, ребята тоже умеют очень классно рулить. Поэтому, получается, у нас Чарли зарабатывает 2 балла, я 1 балл. Женя зарабатывает в этом раунде ничего. Ну, как бы, да, так у него выпала далеко не самая быстрая тачка. Окей, ребята, машину мы оставляем и идем готовимся ко второму раунду. Итак, друзья, время для второго раунда, и сейчас мы выбираем тачку для испытания «Кольцевая гонка». В принципе, здесь, на самом деле, ну, мы в прошлом испытании забрали много быстрых машин. Получается, из быстрых есть «Бугатти», есть «Уракан», да? Давайте мы сейчас выберем тачку для Жени для этого испытания. Итак, Алиска, давай, поехали. Назови число от 1 до 6. Итак, Жене достается, это у нас Гелендваген. Давайте напишем, это для Жени. Это для Жени, это, друзья, получается, гелик мы выбили для испытания, кольцевая гонка для Жени. Идем дальше, время для второго, получается, претендент, это Чарли, поехали. Назови число от 1 до 5. Число 3. Ё-моё, это Бугатти Дива, офигеть, ребята, просто выпало для Жени, это... твое. Да, жестко. Ну, давайте еще мы выберем одну тачку, да, еще одну, получается, уже, ребят, для меня. Поехали. Назови число от 1 до 4. Выпало число 2. И, ребята, мне выпала Феррари для этого испытания. Для испытания кольцевая гонка. Окей, будет весело и прикольно. Это Феррари, это Бугатти. И, друзья, получается, что гелик. Опять-таки, у Чарли самая быстрая машина, ребята. Ладно, поехали на испытаннице. Итак, друзья, испытание кольцевая гонка. И да, как бы по тачкам здесь все максимально жестко. Потому что это Бугатти, это гелик, ребята. И получается, что Феррари. Ну, как бы, гелик, ребята, это, ну... Если только гелик кого-то под самое начало... уберет, ребята, шансы есть. 2 круга на 3 гудка мы стартуем. Поехали. 1, 2, 3. Гоу! Мы начинаем, ребята. Бугатти, конечно, уходит. Гелик, да. Гелик, ребята, здесь далеко не самый быстрый, поэтому... О, что? Феру так-то занесло, капец. Вы сейчас серьезно? Что это было? Меня, ребята, пошло Гелендваген так-то. Если что, ребят, на секундочку, как бы... А Фера, ребят, дрифтовая. Чего? Ямана реально дрифтовая. Я, ребята, как бы сейчас не шучу. Что это такое? Реально, Фера, ребят, дрифтовая тачка оказывается у нас здесь, между прочим. Офигеть. Так, ну ладно, я пока, ребят, не сдаюсь. Пока шансы есть, но как бы это все очень и очень непросто будет. Потому что я пока третий, ребят. Я пока не могу обойти Гелендваген. А Фера, ребята, вообще фуфло. Она дрифтовая тачка. Я вам отвечаю просто, что это такое? И, ребята, если у вас есть деньги на Блэкраше, Феррари не покупайте, потому что это просто какой-то дрифт-корч, который, ну реально, что это, как это, он так дрифт, да хорош! Ребята, вы это видели? Что это было? Камон! Я сейчас проиграю гелику. Ну, я, конечно, все понимаю. Бугатти проиграть, ребята, я был готов, потому что это Бугатти. Здрасте, как бы приехали. Но, извините меня, гелик обогнал меня. Ну, ребят, да, Фера, это, конечно, тачка максимально неподходящая для этого испытания, потому что она, ну, она быстрая, да, ну, она дрифтовая, просто ее уносит, ребята. Это как бы, это полноценный дрифт-корч. Я отвечаю, что это, блин, такое? Она дрифтит. Хватит, ёпарасоте, ребят. Ну, как бы, это жестко, но что поделать, я приезжаю третьим в этом испытании. Охренеть, ребята, я в шоке. Феррари оказалась дрифтовая. Это, ребята, просто угарщик. Ладно, записываем баллы. 2 балла Чарли, 1 балл Жени, мне ничего. И мы идем на последнее испытание. Итак, у нас последнее, ребята, испытание на сегодня. Это будет дерби. Да, так, Бугатти пока здесь лишняя. Сейчас, ребята, просто ее удалят, да. Итак, есть 3 тачки. Есть Урус, есть, получается, Фантом и есть Уракан. Выбираем тачку. Давайте сначала сделаем тачку для Чарли. Поехали. Назови число от 1 до 3. 3.
Так, это получается выпало Чарли, ребята. Это у нас первая машина. Это Уракан. Это Урус, да? Это, давайте напишем, это для Чарли. Это, ребята, для Чарли получается Урус. Идем дальше, ребята, выбираем тачку для Жени. Поехали. Назови число 1 или 2. Выпало число 2. Уракан для Жени. Давайте пишем, это для тебя. Да, ребята, а мне достается огромный фантом, друзья. Надеюсь на массу. Будет весело и прикольно. Ребята, го на испытание дерби. Итак, друзья, у нас испытание дерби. Мы находимся где-то на крыше здания. Главное скинуть, получается, соперника вниз. Давайте на счет 3, друзья, мы стартуем. Давайте пишем 1, 2, 3, let's go! Мы начинаем, поехали. Ребята, сначала нужно вытолкать, так понимаю, что Урус, потому что, ой-ой-ой, беда, 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 не приходит одна, ребята, у меня капец фантом-то, ребята, жирдосина та еще, конечно, но, друзья, главное сейчас просто, ну, по сути, нужно сначала убрать Чарли, потому что у него все-таки, друзья, Урус, да, как вы понимаете, жирная большая машина, которую по-хорошему нужно бы убрать. Так, здесь, конечно, Ваньго Тим, чего? Не-не-не, идите-ка вы нафиг, а? Я, конечно, тимплей-то тимплей, друзья, но я хочу скинуть Урус, потому что Урус здесь самая, по идее, так понимаю, что мощная тачка для этого испытания, друзья. Ну, да-да-да-да-да-да, осторожненько так. Но, друзья, я пока не знаю, как лучше сделать, ибо машины всего 3, друзья, и здесь есть как бы стена в одной стороне, и ёпарес это... Нет, стой! Стой, держись! Я, ребят, на ручнике держусь. Так, я поехал отсюда нафиг, я просто уезжаю подальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно было, пацаны. Очень опасно. Чинить нельзя, пацаны. Чините. А, минус один. Один выпал. Чинить, ребята, нельзя. Уже не важно. Давайте без починки, чтобы все было по-честному. Ребята, но я так понимаю, что да, Урус, друзья, как бы мощный. На самом деле, это как бы... Не, ребята, это нереально. Это нереально. А если ручник? Ручник, держись! Фантом, нет! Нет! Ребята, не, я сейчас выпаду, скорее всего. Да, ребята, я тупо выпал. Я тупо выпал. Но что поделать, как бы, друзья, все-таки Урус оказался мощнее на этом испытании. Но, ребята, было весело и прикольно. Ставьте лайки, собираем 1000 лайков. Выходит новенькая серия по Black Rush. Ребята, и заходите, играйте вместе с нами. Ссылка на проект находится в описании к этому ролику. И также при регистрации указывайте мой промокодик. Всем удачки и всем, друзья, пока-пока.